немного такую счастливую, радостную для тебя новость. Вот. Мы приехали в Лугу. Я расскажу, что мы будем вести недельный влог. Это будет огромный влог. Самое большое видео, наверное, на канале. Если мы его доделаем. Вот. И сегодня мы прогуливаемся на велосипеде. Завтра вот пойдем вот туда. Ладно, мы поехали. Showing up when times get hard, but there's friends of sons and daughters saying grace without supper in your backyard. Who doesn't want to be a hero, at least a little bit of helping out? There's some things you're never gonna help or change, but hunger's something we can turn around. Here's hope, showing up at your front door. Так, и вот второй день начался. Да блин! Я хотела спуститься туда вниз. Вот так. Но у меня не получилось. Такая пальчика. If a miracle's a gift when you need it, then it's time for stepping in. Here's to families and kids, wherever you live, never ever wondering again. Here's hope. По человеческой дороге. А я проваливаюсь. Маш, щелкни, пожалуйста. Ну, щелкни. Не, не щелкай, щелкни. Щелкни. Here's to changing the story. Here's to bigger hearts and brighter days. Let me hear you sing it for me. Let me hear you sing it for me. Here's hope. Showing up at your front door. Here's hope. Yeah, what everybody's looking for. This is Kakala. Ладно, когда доберемся до чего-нибудь стоящего, покажу, что было. Что угадаешь, что это? Там не шевелится, да? Похоже на недоношенного гамму. Ну ты, блин, раскрыла сразу. Ну ладно, кто догадывался, что это, пишите в комментарии. Ладно, так уж и быть. Идеально было. Идеально, идеально. Нет, я могу с оригами. Вот. Итак. Поговорив немного про то, что Эрон кто, говядина или курица, хорошо прожаренная. И то, что Газай нашел человека, который с ним повесится, и все-таки повесился один, потому что он не дождался Газая, потому что тот развивался через книги. Ай, блин. Ай, ай, ай. Оп. Вот. Мы пришли к выводу, что нам надо перелезть через канав. Через ручеечек. Ай. Ай.
Ну, блин, не успела. Ах, вот ты какой цветочек аленький. Да. У тебя соспака очень тяжелая. Может, не знаю, какую нести. Вот. Наконец-то я снимаю себя целиком полностью, а не по кусочкам. Идем вот сюда. Что ты замолчала? Означает. Я могу рассказать про спойлер. Нет. Чего это? Просто снимаю влог о том, как я иду где-то далеко. Я даже не знаю, где я иду. Но, скорее всего, если бы я шла одна, а не с Машей, я бы заблудилась. Ну, я бы здесь прожила, я думаю. Змей поела бы, муравьев пожевала бы. Ну, или меня поели и пожевали. Кто выплюнул, сказали, что я невкусная. Эрен же вкуснее меня. Ладно. О, там стул. Там стул. Там целых два стула. Интервью снимать можно. Я здесь увидел. Дети в Африку гуляют. Это же стул. Вот этот стул. Фильмы уже снимать можно. Пошли куда-нибудь. Отсюда. Там не страшно. Ты слышишь? Там плёночка. На эту жерелку только стороны, короче. Мы ее обошли и попрошли сюда. Такое ощущение, будто я была. Блин, были намного выше, чем целого наша. Здесь уровень воды выше. Вон, смотри, на дорожке еще одна. Can you believe that the crew is
повернулась бы хоть скалолаз. Сейчас Настя села так, телефон летит вниз. Важную роль играет вот сейчас покажу вот это просто самую важную роль. Потому что эти палочки мост открывали, наверное. Там дальше ступени. Покажи ступенечки. Господа, это шоссе, причем действующее шоссе. Сейчас она застревает там. Я идет не попал. Thank you.
сказала. Маша сказала, что она ушла на 2 минуты, и поэтому хочу сказать, что второй день закончен, потому что мы собираемся делать с Машей видео, чтобы заливать его потом на канал. Поэтому всем пока-пока. Ну и до следующего дня, если мы их совмещать будем.